Для меня русский мир – это моя работа, это мое общение, это Москва, это возможность быть понятым в России, пригодиться относительно, где родился. Потому что, когда ты выступаешь в каком-нибудь уездном городе, в клубе трогательной архитектуры из тех еще советских времен, ты понимаешь, что когда ты читаешь свои самые такие выстроенные, представляющие тебя стихи, то перевести их нельзя. Не потому что они гениальны, а потому что, ну где в Скандинавии, разве поймут такие стихи, к примеру, может быть, не самый яркий пример, «Дождик льет хорошо небосводу, светит месяц ему хорошо, нам вернули горячую воду, значит, лето на уголь прошло». Наш юмор непереводим, как сказал классик Жванецкий, как наши беды, наши мистические понятия непереводимы. Поэтому это все родное.